Гребница покрывает 900 гектаров. И вес этой гребницы по предварительным подсчетам, поскольку невозможно ее точно взвесить, исчисляется несколькими сотнями тонн. Это же какой грибной суп можно сварить? Он растет на поверхности или под землей? Гребница расположена под землей, на поверхности растет то, что обычно люди и собирают, то, что называют грибами. Угу. О каких грибах мы сегодня поговорим? Я так понимаю, о каких-то необычных. Да, это чайный гриб. В зависимости от того, в какой среде его разводят, он может обладать разным вкусом и немного разными свойствами. Но он всегда полезен. Сейчас я предлагаю кому-то из зрителей в студии посоревноваться с нашим доктором Сергеем Агапкиным. Кто знает больше о чайном грибе? Кто? Вы! Молодой человек, идите к нам. А все-таки гриб так популярен, этот чайный, среди народа, я так понимаю. Здравствуйте, как вас зовут? Меня зовут Дмитрий, добрый день. Дмитрий, вы также хорошо подкованы в знаниях о чайном грибе? Да, я гриб развожу уже 5 лет. 5 лет? Да. Вот это да. Как вы услышали о чайном грибе? Мне дал попробовать один раз мой друг. Мне очень понравилось. Потом я узнал то, что он очень полезный, и стал его тоже. И он у вас уже большой, за 5 лет-то вырос? Ну, я его постоянно отслаиваю, то есть обновляю. А кому-то вы уже посоветовали чайный гриб? Ну, советую своим друзьям, своим знакомым. И есть прогресс? Ну, не каждый решается. Не каждый решается. Но вы решили, Дмитрий, поучаствовать в викторине вместе с Сергеем Агапкиным. Прошу. Итак, мы начинаем нашу викторину. Что мы знаем о чайном грибе? В студии 2 игрока. Наш доктор Сергей Агапкин и Дмитрий, который утверждает, что он что-то знает о чайном грибе. Когда вы впервые познакомились с этим продуктом? 5 лет назад. 5 лет назад. Как это произошло? Знакомая угостила, просто дала попробовать, а потом я начал разводить его дома. И вам понравилось? Да, мне понравилось. Отлично. Хочу представить нашего эксперта в студии. Это врач-диетолог Богданов Альфред Равильевич, старший научный сотрудник клиники Института питания РАМН. Он будет помогать нам судить этот дружественный спор. Итак, Дмитрий, перед вами 2 кнопки. Красная кнопка – это ответ «да». Сиреневая кнопка – это ответ «нет». Доктор уже в курсе, я надеюсь. Итак, мы начинаем. Первый вопрос. Внимание на экран. Чайный гриб вреден для желудка? Нет, ответили они оба. Как уверенно, Дмитрий, как уверенно. Вопрос номер 2. Настой чайного гриба нужно пить через 7 дней? Я смотрю, у вас какая-то одинаковая подготовка, господа. Сказывается 5-летний опыт, видимо. Сказывается, да. Оба ответили нет. Можно ли промывать чайный гриб водой из-под крана? Дмитрий утверждает, что да, а доктор говорит, что нет. Альфред, да, поясните ситуацию. Ну, это, конечно, зависит от качества воды, которая течет из крана, собственно. Чаще всего, действительно, в наших кранах не очень биологически полезная вода. Там много всяких отрицательных ионов, много органических веществ, химических веществ. Это не очень полезно как для самого гриба, так и для организма человека. Поэтому я полностью соглашусь с доктором. Чем нужно промывать гриб? То есть кипяченой водой? Да, это либо кипяченая вода, либо вода покупная, которая с гарантированным качеством. Я понял. Передайте это вашему грибу. Хорошо. Которому 5 лет. Чайный гриб растет бесконечно? Это так? И оба наши участника отвечают «да». Чайный гриб обладает свойствами антибиотиков?
Вот здесь я вижу разногласия. И достаточно серьезно. Дмитрий говорит, что нет, а доктор уверен, что да. Опять же, соглашусь все-таки с доктором, потому что в продукте, который вот производит, собственно, чайный гриб, в этой жидкости содержится очень много органических кислот. Это, конечно, не антибиотик, но эта жидкость обладает антибактериальными свойствами. Именно с этим связано некое санирующее действие на полость желудка, обеззараживающее, то есть, да, ротовой полости и так далее. Спасибо. Должен сказать, что в 50-е годы в Советском Союзе активно изучалась в Томске тема чайного гриба, его влияние на организм человека. И там были получены очень интересные данные, когда употребление настоя чайного гриба в большом количестве приводило к излечению людей, больных холерой. Правда ли, что чайный гриб снижает уровень холестерина в крови? Да, 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 говорят оба наши участника. Правда ли, что чайный гриб помогает при атеросклерозе? Дмитрий, видимо, вы не знакомы с этим заболеванием. У меня просто болезни нет, поэтому, наверное, и не знаю. Вообще, представляете, что такое атеросклероз? Да, представляю, но просто лично на себе не испытал. А что это, Дмитрий? Это болезнь с памятью, по-моему. Болезнь с памятью. Интересная трактовка. Прокомментируйте, пожалуйста. Ну, во-первых, атеросклероз – это не болезнь памяти, да? Это прежде всего заболевание, характеризующееся отложением холестерина в стенке сосудов. Сосудов сердца, головного мозга. То есть не только головы, Дмитрий. Да, сетчатки, почек и так далее. Поэтому можно сказать, что действительно чайный гриб в какой-то степени оказывает антиатерогенное вот такое действие. Но связано это не с прямым действием на сосуды, конечно, а с местным действием в полости желудочно-кишечного тракта, так как содержащиеся там вещества в целом ускоряют расщепление жиров, ускоряет расщепление и выведение холестерина с естественным путем. Таким образом, чайный гриб не может вылечить от атеросклероза, но при регулярном потреблении какое-то положительное влияние может оказать. Спасибо, Альфред. Мы идем дальше. Чайный гриб промывает гнойные раны и ускоряет ли заживление? Да или нет? Да. Дать был небольшой опыт. Да. Последний вопрос. Может ли чайный гриб перейти на стену, как грибок? Нет, нет, нет! Хочу обратиться к зрителям студии. Еще есть у кого-то вопросы об этом продукте, о чайном грибе? Сразу лез рук. Прошу вас. Здравствуйте, я Тамара. Я хочу спросить детям. А можно как бы употреблять в многом количестве или в менее количестве? Чайный гриб. Чайный гриб, да. Дети – это те же люди, только меньше. Вот. Соответственно, они, конечно, могут употреблять настой чайного гриба, но количество употребляемого настоя, оно должно соответствовать их размерам. Мы продолжаем говорить об этом неведомом продукте в рубрике «Продукт дня». Далее. Доктор Агапкин отвечает на вопросы о самом главном. У меня не имеют стоп и ног. Отчего это происходит? Чайный гриб. Зачем он нам нужен? Чайный гриб очень полезен для сердечно-сосудистой системы. Печень у нас одна. Как долго она выдержит, зависит от нас. Не только алкоголь может нарушать функцию печени. Это лекарственные препараты, это та пища, которую мы потребляем. Мы продолжаем рубрику «Продукт дня». Чайный гриб очень полезен, безусловно, мы это узнали. Но как же за ним ухаживать? Во-первых, гриб питается не чаем, он питается сахаром, который мы туда добавляем. Это важно. Во-вторых, гриб необходимо промывать и время от времени отслаивать. Я предлагаю попробовать сделать это. Ты как умеешь? Как это делать? Я совершенно не знаю, даже не могу представить себе, как за ним ухаживать. Кто знает? Вы, прошу вас к нам. Так.
Добрый день. Как вас зовут? Альбина. Я предлагаю поделиться со зрителями в студии небольшими кусочками этого гриба, и каждый сможет разводить его дома. Есть желающие? Ой, лес рук, смотрите. Мне кажется, на всех не хватит баночек. Так, мы взяли гриб и положили его. Положили. Водичку. Так лихо с ним обращайтесь. Ему не больно? А вы регулярно это делаете? Да. У меня в доме есть чайный гриб. Чем же он полезен, Сергей? Расскажите, пока Альбина лихо орудует. Дело в том, что полезные свойства чайного гриба можно разделить на две части. Это, собственно, полезные свойства чая, в которые его добавляют, и полезные свойства продуктов брожения, продуктов работы нашего гриба. Если говорить о полезных свойствах чая, то это, безусловно, очень важный фактор содержания там витамина П. Рутина. Вещества, которые укрепляют сосудистую стенку. Поэтому чайный гриб очень полезен для сердечно-сосудистой системы. И немаловажно то, что в составе продуктов жизнедеятельности чайного гриба содержится большое количество органических кислот. И, как ни странно, наверное, многих это огорчит, там содержится небольшое количество спирта, потому что соотношение бактерий в нашем грибе, оно такое, что спирт расщепляется до уксусной кислоты. Поэтому он имеет характерный кисловатый привкус. Он стимулирует пищеварение, он улучшает работу сердечно-сосудистой системы. Для современного человека я считаю, что это уже очень много. Ну, а похмеляться им не стоит. Несмотря на то, что это вроде бы кажется очевидным, тем не менее, людям действительно становится лучше, когда они употребляют настой чайного гриба после злоупотребления алкоголем. Дело в том, что органические кислоты, которые содержатся в этом настое, стимулируют работу печени, в частности, ее функцию детоксикации. Угу. Ну, хорошо. Чем гриб полезен, мы поняли. Может ли чайный гриб быть опасен? Об этом мы поговорим с нашим экспертом, с врачом-диетологом Богдановым Альфредом Равильевичем. Альфред, есть ли противопоказания? Ну, как у любого продукта, есть положительные и отрицательные свойства. Вот Сергей уже упоминал о том, что там достаточное количество в этом напитке органических кислот. Вот именно с этим связаны все основные противопоказания. Это прежде всего людям, страдающим язвенной болезнью желудка, двенадцатиперстной кишки, гастритами с повышенной секрецией. А так, в целом, это очень хороший, тонизирующий, позитивный напиток. Я могу только его рекомендовать. Спасибо. Предлагаю, Михаил, пойти и раздать. Да. Людям. Как приятно делать что-то приятное людям. Извините, вот на этот ряд еще. Всем желающим мы еще дадим. Может быть, вы подарите коллеге, Альфреду? Да, да. Я думаю, что это будет весьма кстати. А вы будете давать пациентам. Спасибо. Так. На здоровье. Спасибо вам, Альбина. Спасибо. Спасибо. Спасибо.